Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю всех вас по случаю сегодняшнего дня, Международный день йоги. Я живу в России уже более 30 лет и постоянно путешествую по соседним странам. Я сама практикую и преподаю раджа-йогу. По моим наблюдениям, эта практика оказывает благотворное влияние на всех стороны жизни человека. Конечно, улучшается здоровье. И что самое главное, уходит страх, волнение, тревоги, беспокойства, которые обычно сопровождают болезни. Еще растет уверенность в себе и самоуважение, и уважение к всем другим. Увеличивается сила концентрации, которая увеличивает, по свою очередь, работоспособность и эффективность работы. И еще появляется внутренняя сила, которая дает человеку мужество, возможности смело встречаться с разными ситуациями, которые он встречается в своей жизни. По моему опыту могу сказать, это предмет очень-очень необходим для каждого человека. Я очень рада, что Организация Объединенных Наций включила этот день в свой календарь, сознавая важность этого предмета жизни человека. Хочется поздравить посольство Индии в Российской Федерации за их усилия, чтобы как можно больше людей узнали об этом предмете, такой полезный предмет йоги в этом огромной стране, и праздновали этот день, Международный день йоги. Я призываю всех вас узнать как можно больше про йоги, практиковать, ощущать на свое опыта, какая польза она приносит вам. Всего вам доброго, будьте счастливыми, здоровыми и продолжайте подарить это счастье другим.